архивов, библиотек, университетов, научных институтов взялось организовать эту работу. Выставка уже подготовлена Музеем современной истории России, однако из-за событий, связанных с распространениями коронавирусной инфекции, ее открытие пришлось отложить. Тем не менее, современные технологии позволяют нам провести круглый стол в режиме онлайн. Уважаемые друзья, совсем недавно весь мир отметил 70-летие победы над нацистской Германией. У нас в России твердо помнят, что эта победа завоевана всеми странами антигитлеровской коалиции. Ее ковали люди самых разных традиций и убеждений. История антифашистского сопротивления в Европе лишь подчеркивает единство помысла всех свободных народов. На борьбу с бесчеловечным нацистским порядком поднялись многие жители Франции, Греции, Италии, Бельгии, Нидерландов, Югославии, Норвегии, Чехословакии и других стран Европы. Их подвиг состоял в том, что, не имея возможности освободить свою родину, они были готовы отдать жизни, защищая ее национальное достоинство. Особенно в тех случаях, когда местные профашистские режимы от него, от национального достоинства, по сути, отказались. После вторжения Германии в Советский Союз ряды европейского сопротивления пополнили десятки тысяч советских граждан. Среди них были не только военнопленные, бежавшие из нацистских концентрационных лагерей, но и мирные граждане, угнанные в нацистское рабство. Свой вклад в борьбу за освобождение Европы внесли и русские эмигранты, вставшие на позиции антифашизма. Одному из них, Борису Владимировичу Вильде, принадлежит сам термин «резистанс» – сопротивление. Коренной перелом в войне, достигнутый Красной армией под Сталинградом и на Курской дуге, придал новый импульс освободительной борьбе народов Европы. Европейские народы поверили в то, что Советский Союз, Красная армия способны победить гитлеровскую военную машину. Уже в октябре 1943 года произошел знаменитый побег из лагеря смерти Собибор, который организовал и возглавил советский офицер Александр Печерский. Широкую известность в Северной Италии приобрели подвиги партизан-гарибальдийцев под командованием Федора Полетаева, посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза. Во Франции, близ города Тиль, сражался легендарный женский партизанский отряд «Родина». Его создали две уроженки советской Белоруссии – Надежда Лисовец и Розалия Ридзон. В окрестностях французского города Ланс борьбу с врагом вели бойцы Василия Порика. Память о наших соотечественниках, участниках движения сопротивления, сохраняется благодаря усилиям конкретных людей, историков и общественных активистов. Знаю, что для многих из них история сопротивления является частью семейной памяти. Усилиями наших единомышленников, некоторые из которых сегодня участвуют в нашем круглом столе, ведется работа по созданию реестров воинских захоронений, установке памятных знаков, широкому историческому просвещению. Каждому из нас, из вас, коллеги, а также всем тем, кто добровольно взял на себя ответственность за сохранение памяти о героях движения сопротивления, я хочу лично сказать спасибо.
огромная вам благодарность. В заключение повторюсь, что Российское историческое общество, Музей современной истории России по-прежнему готовы организовать выставку в Страсбурге. И если Совет Европы подтвердит свое согласие, мы вместе, как только позволит обстоятельства, реализуем эти планы. Спасибо, и я с удовольствием передаю слово господину Пеглитису. Большое спасибо, господин председатель, дорогой друг господин Нарышкин. Доброе утро всем. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить российского посла, моего друга господина Становского, за то, что он так любезно пригласил меня принять участие в этом круглом столе. И хотел бы поздравить организаторов такой важной инициативы для обмена взглядами на европейское движение сопротивления. Я могу сказать с самого начала, дорогие друзья, что вы выбрали очень интересную и одновременно очень противоречивую чувствительную тему, особенно в эти трудные времена, когда наша история, я бы сказал, стала историческим оружием в интерпретации некоторых политиков. Позвольте мне также сказать, что для меня большая честь получить приглашение, и это честь и для моей страны, Греции, которая недавно стала председателем в Совете Европы. Как вы знаете, что между Россией и Грецией существуют долгосрочные культурные, религиозные и иные связи. Со своей стороны, мы никогда не забываем ту роль, которую сыграли российские войска в освобождении Греции от Отоманской империи в первые десятилетия XIX века. Я не историк. Мои исторические знания о Второй мировой войне, о движении сопротивления носят эмпирический характер. Я сказал бы, что я любитель истории, который на протяжении своей дипломатической, политической карьеры пытался изучать различные направления исторических событий. Да, более того, я не верю в объективную интерпретацию исторических событий. Я скорее бы сказал, что речь может идти о порядочной интерпретации таких событий. Для меня нет объективного нарратива истории, есть порядочный нарратив. После этих предварительных замечаний я хотел бы представить то, что связано с движение сопротивления в Греции, после чего я сделал несколько заключительных замечаний. После греко-итальянской войны 40-го года, когда героическая армия героически выбросила свои территории и победила армию фашистской Италии, на следующий год в Грецию через Югославию и Болгарию ворвались войска фашистской Германии, которая хотела заручиться безопасностью своих границ с балканской стороны перед нападением на советские стороны. Греческие войска потерпели поражение под воздействием военного превосходства. И к началу июня 1941 года вся Греция находилась под оккупацией союзников, а именно Германии, Италии и Болгарии. Установился суровый оккупационный режим. Эти три страны-оккупанта грабили ресурсы нашей страны и заставили нас платить за эту оккупацию. Эта оккупация стала причиной страшнейших невзгод для нашей политики. Зимой 1941-1942 года разразился суровый голод, жертвами которого стало более 100 тысяч человек. Недостатка продовольствия
новостного события. Массовая инфляция, бесчинство черного рынка. Все это определяло ежедневную жизнь наших граждан. Но скоро стало очевидно, что все эти трудности не повлияли на желание сопротивляться оккупантам. С самого начала начались, пускай и спорадические очаги сопротивления, а наконец-таки в 1941 году нацистская свастика была сорвана молодым студентом Манолисом Иглесиусом. Этот флаг со свастикой был сорван с греческого акрополя. Понемногу стало развиваться греческое сопротивление. Греческая коммунистическая партия сразу после нападения Германии на Советский Союз переключилась с рассмотрения этой войны как империалистической на то, чтобы побуждать своих членов-коммунистов выступить в поддержку освобождения с Родины с тем, чтобы оказать помощь Советскому Союзу. Греки оказывали яростное сопротивление нацистской оккупации. Коммунистической партии Греции в сентябре 1941 года быстро создал Национальный освободительный фронт, который стал политическим движением с широкой основой сопротивления. И в Греции наконец-таки была создана освободительная армия, которая из небольших подразделений превратилась в крупнейшее движение сопротивления оккупированной Греции. Численность этого движения составляла от 500 000 до 2 000 000, при общей численности населения 7 миллионов, представьте себе. Военная часть составляла от 30 тысяч до 50 тысяч партизан. Нужно упомянуть, что большинство членов этого движения не принадлежали к коммунистической партии. Они сопротивлялись тяжестям жизни и беспощадности немецких оккупантов различными актами саботажа. К 1943 году коммунистическое движение сопротивления стало крупнейшим в Европе, даже больше, чем движение сопротивления в Югославии и в Албании. Более того, ряд некоммунистических групп сопротивления также приступили к борьбе. Самым важным из них было настоящая республиканская греческая лига, которая базировалась в северо-западной Греции. Все эти группы имели в качестве общей цели сопротивление нацистской оккупации. Несмотря на политические различия, они думали о будущем страны. С другой стороны, лидеры старых консервативных политических партий отвергли призывы к сотрудничеству с другими фронтами и не участвовали в этой борьбе. Неспособность и отсутствие готовности традиционного политического руководства к ведению этой борьбы привели к политической пустоте. Коммунистическая партия, которая была маргинальной силой в период между двумя мировыми войнами, быстро заполнила этот политический вакуум. Они сумели создать видение будущего, светлого будущего, в то время как традиционные политические партии остались малозначимыми в жестоких условиях оккупации. Более того, некоторые такие из таких партий сотрудничали с немецкими оккупантами. Коалиции антикоммунистических сил, которые объединяли различные коллаборонистов различных мастей, были организованы профашистским правительством при поддержке немцев. В ходе этого периода, в результате антипартизанской войны нацистов и коллаборонистов, сопротивление режиму еще более возрастало, в особенности, начиная с 1943 года. В особенности, после ряда повесток советской армии, особенности под Сталинградом, что
Партизанские отряды в Греции представляли собой существенную угрозу для стратегических позиций Германии на Балканы. Кроме этого, в движении сопротивления были разногласия из различных политических целей, что привело к гражданской войне с 46 по 49 год. Семена этой гражданской войны были посеяны в ходе движения сопротивления нацистским оккупантам. Я не собираюсь, в общем-то, перегружать вашу память более детальной информацией о греческом сопротивлении. Поэтому я подхожу к концу моей презентации, и я хотел бы сделать несколько личных замечаний. Во-первых, военная важность греческого национального сопротивления была практически незаметной до того, как Италия вышла из войны в 43-м году и не имела решающего характера для победы над нацистской Германией. По-моему, это случай, в общем-то, характерен для других движений сопротивления в других странах Европы. Самое важное событие, мероприятием в Греции был взрыв моста в ноябре 1942 года. Объединенными усилиями различных партизанских групп при поддержке британской военной миссии. Это яркое военное достижение позволило перерезать линию поставки, по которой Германия поставляла свои материалы в Северную Африку. Второе замечание, что касается того, чтобы я назвал геополитическим характером сопротивления. Хотел бы сказать, что греческие движения сопротивления получали поддержку военного и экономического характера исключительно со стороны английского правительства и Черчилля. В отличие от движения югославского сопротивления, Черчилль, который не любил коммунистов и решил перенести свою поддержку в Грецию, когда стало ясно, что коммунисты были более опасны для немецких оккупантов. Я хотел сказать бы, что это произошло после того, как был создан союз между Советским Союзом, Соединенными Штатами и Великобританиями, что стало, по-моему, ключевым событием, которое распространилось влияние на другие области. Третье замечание. По очевидным причинам, как я пытался объяснить, основные греческие движения сопротивления склонялись влево. Это было заметно и по всей Европе. Возможно, за исключением движения сопротивления в Польше. Это, по-моему, объясняет невыдающуюся роль коммунистов в движении сопротивления и соответственно, политические преимущества, которые они получили в ходе войны. Если взять Францию, коммунистическая партия была партией расстрелянных, как ее называли в оккупационный период. В Греции тоже коммунистическая партия после поражения в гражданской войне попыталась вернуть свои позиции и восстановить утраченную легитимность, исходя из мифов движения сопротивления, где она выступала авангардом в борьбе с нацизмом. Партия смелых мужчин и женщин, которые заплатили огромную цену в ходе борьбы с нацистскими оккупантами. Четвертое замечание. Исторический ревизионизм, касающийся событий Второй мировой войны и роли сил сопротивления
набрал большую активность после распада Советского Союза и поражения коммунистической идеологии в Европе и в мире. Как уже объяснялось, мне кажется вполне очевидным, что ревизионистские политики — это те историки, которые хотят очистить настоящее от коммунистического прошлого по геополитическим и идеологическим причинам. Во-первых, с целью получения идеологической гегемонии, если можно было использовать концепцию, идеологию, о которой говорил Антонио Грамши, великий итальянский политик. Далее, они хотели бы использовать историческое прошлое как инструмент в сегодняшней политической борьбе. Как я уже сказал, история стала политическим инструментом и стала доминирующим национальным нарративом во многих странах. И я считаю, что создание Советом Европы обсервации для исторической обсервации может исправить эту ситуацию. Но, откровенно говоря, я не ношу большого оптимизма в этой, в этом направлении. Мне кажется, пытаются исправить историю политическими инструментами. Мне кажется, история принадлежит историкам, а не политикам. Хочу поблагодарить вас и пожелать вам всего лучшего и поздравить вас с приближающимся вашим национальным праздником 22 июня. Спасибо. Скажите, как по-английски? Спасибо, уважаемый господин Беглити, за участие в круглом столе и за ваше такое очень интересное и глубокое выступление. Я прошу выступить генерального директора Государственного музея современной истории России Ирину Великанову. Но прежде чем предоставить микрофон, уважаемые коллеги, я, может быть, должен был бы это сказать в самом начале. У нас нашим регламентом отведено часть 40 на заседание круглого стола, много желающих выступить, поэтому я просил бы вас придерживаться регламента и укладываться в своих выступлениях там, в отведенные там, 7-8 минут. Пожалуйста, Ирина Яковлевна. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, дамы и господа, во-первых, огромное спасибо. Разрешите выразить уважение и благодарность за предоставленную возможность акцентировать ваше внимание на международном музейно-выставочном проекте к 75-летию окончания Второй мировой войны страницы истории антинацистского сопротивления в Европе, которая должна была открыться 23 июня в зале Совета Европы в Страсбурге. Вот работая над созданием выставки, мы убедились, что история борьбы с общим врагом, нацизмом, полна множеством уникальных личных историй, каждая из которых вносит свою частичку в единый большой портрет, портрет народов, давших отпор человеконенавистническому режиму и подаривших мирную жизнь нам, их потомкам. На основе наш музей хранит в фондах уникальные материалы, которые лучше всяких слов раскрывают и неоценимый вклад СССР в организацию движения сопротивления, в рядах которого в общей сложности сражалось свыше 40 тысяч советских граждан. А среди них были и бежавшие военнопленные, и узники концлагерей, и восточные рабочие, угнанные с оккупированной территории СССР. Участниками сопротивления, я хочу это подчеркнуть, были и представители русской эмиграции, их было очень много, то есть не приняв политический строй, они тем не менее не могли смириться с тем, что нацистская идеология может восторжествовать. Так вот, на этой выставке представлены уникальные личные комплексы представителей многонационального советского народа и представителей народов Европы, участников сопротивления. Потому что мы вообще убеждены, и готовя эту выставку, мы все время об этом думали, что с мифами
и мифологизацией истории, и с фальсификациями бороться можно только на основе подлинных документов и артефактов, которыми как раз и располагают и наши архивы, и наши, и коллекция нашего музея. Поэтому я хотела бы поблагодарить Российское историческое общество и вас, Сергей Евгеньевич, вот за возможность все-таки сделать этот проект. Так вот, мы на основе уникальных документов раскрываем процесс формирования и развития антинацистского сопротивления в различных странах Европы. Действительно, этот процесс шел непросто, поэтапно, от пропагандистской подготовки и создания подпольных организаций в 1939 и 1941 годах до активной массовой борьбы, вооруженных восстаний и участия сил сопротивления в освобождении своих стран от нацистской оккупации в 1944 и 1945 годах. И участники сопротивления использовали абсолютно разнообразные формы и методы борьбы. От невыполнения распоряжений оккупантов до вооруженных партизанских действий. И вот наш музей рассказывает об этих сложных вопросах истории европейского сопротивления языком документов, как я уже сказала, свидетельств войны. И в качестве примера я назову лишь некоторые наиболее примечательные экспонаты. Например, ярким свидетельством саботажа на военных заводах в Чехословакии является чешско-русский словарь, который нашли в неразорвавшейся бомбе, которая была в 1942 году сброшена на крышу Московского педагогического института. Рабочие участники движения сопротивления на одном из чешских военных заводов, выражая солидарность с борьбой советского народа против нацизма, заложили в бомбу вместо взрывчатого вещества песок. И вот этот карманный словарик, таким образом передав привет и выразив солидарность советскому народу. В фондах нашего музея хранятся уникальнейшие материалы советских летчиков из авиагруппы особого назначения Александра Шорникова, Павла Михайлова, которые летали с советской авиабазы в Баре на помощь подпольщикам Югославии, Италии, Албании, Греции, возили им медикаменты, вооружение и продовольствие. Хорошо известно, что в рядах итальянских партизанских отрядов сражались около 5000 советских граждан различных национальностей. Итальянцы очень ценили русских бойцов за их отвагу, за боевой опыт и непримиримость к врагу. И многие из них отдали свои жизни в борьбе. Владимир Переладов, Анатолий Тарасов, Федор Полетаев и Фатема Сулашвили – это только самые известные имена из числа советских гарибальдийцев. В фондах нашего музея хранятся образцы самодельного оружия датских партизан, самодельные автоматы, обратите внимание, велосипед, который бельгийские участники сопротивления переделали в гранатомет. Ну и еще очень много экспонатов, которые как раз мы хотели представить на выставке. Ну вот, учитывая большой пласт фотодокументального материала в совместной борьбе в Европе с нацизмом, мы подготовили специальные, Сергей Евгеньевич, мультимедийные программы и на английском, и на французском языках, и используем инфографику и современный графический дизайн. Мы, конечно, хотели сделать эту выставку летом, ну и несмотря ни на возникшие сложности, используя современные технологии, подготовили ее демо-версию и уже направили в представительство Российской Федерации в Совете Европы. Она размещена, насколько я знаю, на сайте. И сейчас, как я знаю, эту выставку, демо-версию, уже запросило российское посольство в Вашингтоне. Конечно, сложная эпидемиологическая обстановка пока нам не позволяет ее сделать, но я очень рассчитываю, что как только позволит ситуация, если на то будет воля руководства Совета Европы, все-таки мы готовы, и у нас уже есть позитивный опыт, достаточно вспомнить нашу выставку, которая была посвящена окончанию Первой мировой войны, которую мы представляли в 2018 году. Совместно с Российским историческим обществом мы ее подготовили, она имела успех, и с ней познакомились не только депутаты ПАСЭ, но и школьники, и широкая общественность. Так что опыт у нас есть,
И мне кажется, что это очень важно все-таки сделать не только в онлайне, но и в офлайне, учитывая, что в этом году еще мы отмечаем и 75-летие начала Нюрнбергского трибунала, так что информационный повод есть, он сохраняется. В конце концов, это наша общая задача, так, чтобы никогда нацизм не был реабилитирован. Спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Яковлевна, за ваше выступление. И я очень вас благодарю за огромную работу, выполненную коллективом вашего музея по подготовке этой замечательной выставки. А сейчас я передаю микрофон постоянному представителю России в Совете Европы Ивану Салтановскому. Пожалуйста, Иван Дмитриевич. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич, коллеги, друзья. Благодарю уважаемых организаторов круглого стола за проведение такого актуального мероприятия и приглашение в нем участия. Конечно, борьба с фальсификацией истории, героизацией ненацистов и четкая тенденция в ряде стран придать забвению памяти победителей Второй мировой войны о героях антинацистского сопротивления Европе является одним из приоритетов нашей работы на Страсбургской площадке. Исторически тема всегда была и будет сложной, особенно в рамках многосторонних форматов. И за одним столом и адекватные, готовые к полноформатному диалогу партнеры и представители тех стран, в основе внешней да и внутренней политики которых обвинение нашей страны во всех грехах прошлого и оправдание ошибок настоящего за счет России. Празднование 75-летия Великой Победы над нацизмом в Европе стало своего рода лакмусовой бумажкой, подведением промежуточных итогов нашей продолжительной работы на историческом направлении. Исходя из реалии пандемии коронавируса, наше посредство представителей Европы запустило в социальных сетях хэштег «Council of Europe We Remember». Мы предложили всем желающим поделиться своими семейными воспоминаниями, вспомнить, что Совет Европы создавался на пепелище Второй мировой войны, провести параллели с современными кризисами и вызовами. Нашу инициативу поддержали генсекретарь организации Печинович Бурич, заместитель генсекретаря Батаини Драгони, председатель ПАСЕ Рик Дамс, президент конференции международных НПО Анна Рурко, комиссар по правам человека Дуня Миятович, наш многоуважаемый коллега, уже выступивший здесь, действующий председатель КМСЕ, поспред Греции по Совете Европы Панайотис Бегритис, поспред Азербайджана Армении, посол Белоруссии во Франции и многие другие. В России наша инициатива нашла достойную поддержку в лице председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Косачева, председателя Комитета Госдумы по международным делам Слуцкого, исполнительного директора Фонда истории Отечества Константина Ильича Могилевского, Александра Константиновича Орлова, исполнительного секретаря Трианонского диалога. Наша акция вызвала заметный резонанс. Мы решили продлить ее до 3 сентября. Предлагаем и вам, дорогие участники нашей дискуссии, внести свою лепту в этот ставший действительно международным проект. 26 ноября прошлого года в Париже министр образования стран-членов Европейской культурной конвенции подписали декларацию о намерении учредить обсерваторию по преподаванию истории в Европе. Работа над условием частичного соглашения данного формата идет ускоренными темпами. Греческое председательство Совета Европы продвигает вместе с рядом других посредств амбициозную идею подписать межправительственное соглашение уже в ноябре этого года. Данный механизм, как подтверждено многократно представителями секретариата нашей организации этой Европы и странами, потенциальными членами этой обсерватории, формируется не в целях осуществления мониторинга преподавания истории в школах и насаждения извне общих стандартов, а для анализа педагогических методов. Школьный предмет истории во многих странах Европы, к сожалению, не изведен до уровня начальной школы. Логичным следствием поверхностного образования в области истории является рост расизма и нетерпимости. Радикалы получают свежие умы, готовые воспринимать с благодарностью наставления
так сказать, романтизме фашизма. Полагаем, что создание обсерватории является современным. Рассчитываем, что всем странам-членам Совета Европы удастся выйти на консенсусный документ, и наши специалисты в области истории и педагогики смогут получить важную многостороннюю площадку для обсуждения наболевших вопросов с коллегами во всей Европе. Мы благодарим Музей современной истории Российского исторического общества за подготовку масштабного выставочного проекта, адресного для Совета Европы. Мы, конечно, помним очень хорошую, великолепно проведенную здесь выставку по Первой мировой войне. О ней до сих пор с восхищением отзываются многие коллеги. Пандемия внесла коррективы в наши планы, перенесла на более поздний срок выставку «История антинацистского сопротивления в Европе». Благодарим музей за предоставленные интерактивные версии выставки. Они размещены на сайте нашего постпредства, пользуются заслуженным вниманием аудитории онлайн. Надеемся, что осенью мы вернемся к нормальной работе, к нормальному режиму, организуем полноформатную выставку в стенах штаб-квартиры Совета Европы, как это планировалось в июне. Благодарю за внимание. Благодарю вас, Иван Дмитриевич, за сегодняшнее выступление и за ваши усилия. И также выражаю надежду на то, еще раз выражаю надежду на то, что выставка, подготовленная Музеем современной истории России, осенью этого года будет все-таки развернута в штаб-квартире Совета Европы. Спасибо. А сейчас хотел бы передать микрофон известному французскому общественному деятелю господину Рене Барки. Monsieur Barki, vous avez la parole. Видимо, возникли проблемы со связью, поэтому предоставлю слово господину Барки несколько позже, а сейчас попрошу выступить Александра Чубарьяна, научного руководителя Института всеобщей истории Российской академии наук, сопредседателя Российского исторического общества. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Я думаю, что у нас очень хороший и полезный сегодня круглый стол. Движение сопротивления в Европе стало органической частью истории Второй мировой войны. Во всех странах мира обсуждается состав участников сопротивления и его значение. Уже здесь было подчеркнуто, что оно объединило людей разных национальностей, разных политических взглядов, религиозных настроений. И в этом смысле, я думаю, это движение заслуживает того места, которое отводится для анализа победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Важнейший компонент этой части – это участие советских людей в движении сопротивления. Здесь уже было сказано о той роли, которую она играла. Я могу сказать только некоторые цифры. Объединенные отряды и, собственно, советские формирования насчитывали, как было сказано, здесь более 40 тысяч человек. 20 тысяч было в Польше, 5 тысяч было в Италии, было 4 больше тысяч во Франции. Это, конечно, и Чехословакия, и Норвегия, и Болгария, и Греция, конечно. Я думаю, что это все свидетельство важности этого дела для вклада и наших людей, нашей страны, победу над германским фашизмом. Я должен сказать, что наши российские исследователи, подходя к этому вопросу, имеют в виду и изучение, скажем, сопротивления, которое было в Германии.
мы очень тщательно изучали и представили наши заключения. Это сделали и наши немецкие коллеги. Мы в рамках Российско-немецкой комиссии историков специально рассматривали этот вопрос о вкладе сопротивления на территории Германии и известные события 44 года и так далее. То я думаю, что эта тема... Здравствуйте. Которая... Что случилось? Да-да. Сейчас слышно? Да. Да, это тема, да, которая и в будущем должна быть на авансцене, как говорится. Никаких сбоев не было никогда. Но идет все нормально. Александр Иванович, одну минуту. Вы меня не слышите? Уважаемый Рене Барки подключился в нашу беседу. Был сбой со связью. Сейчас Александр Аганович Чубарьян сделает свое выступление, завершит выступление. Нет, и я предоставлю слово господину Барки. Александр Аганович, прошу вас. Да, да. Но я думаю, что я хотел бы обратить внимание на еще одну сторону дела. Когда мы говорим про историю Второй мировой войны, то очень важно, чтобы молодое поколение, в частности стран Европы, имело адекватное и объективное представление об этой войне и о вкладе сопротивления. Сейчас наш уважаемый посол в Евросовете Европы рассказал о той большой работе, которую они проводят. В этом смысле я думаю, что и наше российское историческое общество, и историки, собственно, всей Европы должны думать о том, как донести правду о истории Второй мировой войны до молодого поколения. Поэтому, Сергей Евгеньевич, я бы поддержал идею, которая была высказана в прошлом году, в частности, инициативу французского президента по созданию этого проекта «Обсерватуар», который в Европейском Совете Европы будет обсуждаться. Я хотел бы проинформировать и господина посла, что мы имеем уже двустороннее соглашение с французским министерством образования по учебникам для того, чтобы усовершенствовать исторический учебники. Мы тоже не собираемся устраивать какие-то вердикты и директивы, но мы выбрали некоторые важные темы и острые темы, и дискуссионные темы для определения, как методически, лучше и дидактически преподавать это в европейских странах. Мы, кроме того, я хотел проинформировать, думаем сейчас и о том, что в следующем году провести международный съезд, международное заседание в Москве, практикующие учителя истории. И я думаю, что история Второй мировой войны, и в частности движение сопротивления, займут достойное место в этих наших поисках наилучших форм преподавания истории в средней школе. А в целом я хотел бы поблагодарить наше, конечно, российское историческое общество, музей современной истории, который так много делает, ну и Совет Европы. Мы благодарны, что вы смогли в это непростое время во всех смыслах организовать, участвовать в круглом столе. И главное, организовать, я надеюсь, выставку, которая будет осенью представлена в Совете Европы. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Аганович. Сегодня уже в нескольких выступлениях была поддержана эта замечательная идея, идея создания обсерватории по преподаванию истории в Европе. Российское историческое общество, безусловно, поддерживает эту идею, и мы с большим удовольствием и осознанно примем участие в этой работе. Спасибо. А сейчас я еще раз передаю слово уважаемому господину Рене Барки. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Надеюсь, что все в порядке теперь. Мы вас хорошо слышим. Спасибо. Спасибо. Глубоко уважаемые дамы и господа, прежде всего, позвольте поздравить вас с наступившим днем 75-летия Великой Победы над фашистской Германией. Хочу также поблагодарить организаторов круглого стола за доверие и приглашение участвовать в нем. Хочу вам рассказать о невероятной и почти забытой эпопее единственного женского отряда французского сопротивления «Родина». Два соседних города Эрувиль и Тиль расположены на департаменте Мёрт-и-Мозель на высшей лотарингской территории, сыграли особую роль в этой истории. Первоначально
Тил был обычной маленькой деревней, но в 19 и 20 веках с появлением индустрии железа она превратилась в рабочий поселок с пестрым населением. Пришельцами в основном из Северной Италии, Польши, Северной Африки. Здесь развивались рабочие поселки, виадук, шахты и заводы. В соседнем департаменте Мозель находились угольные шахты. После поражения Франции в 1940 году подземные ископаемые этого региона являлись сверхстратегическими для военно-немецкой промышленности. На востоке Франции действовали многочисленные отряды партизан, в том числе 18 отрядов, составленных советскими военнопленными. В 1943-1944 годах сюда были депортированы из оккупированных территорий СССР десятки тысяч советских военнопленных и арестованных подпольных бойцов, в том числе девушек из России, Беларуси и Украины. Среди них находились необыкновенно 37 отважных девушек из Беларуси и России, убежавших из концлагеря города Ирувил, шахты Тиль, в которой нацисты заставили узников извлечь руду и расширить галереи для подготовки цехов производства ракет Фау-1. Каждый день на рассвете возили их на поезде на Тильскую шахту, на принудительные работы, и каждый вечер в сумерках их возвращали в лагерь, где от истощения падали на нары. В конце апреля 1944 года часть свода шахты рухнула на группу молодых девушек, работавших там. Они покоятся там вечно под тысячами тонн породы. Несмотря на ужасные условия жизни, в Международный день трудящихся 1 мая 1944 года они шли на работу, махая красными тканями и пели «Интернационал». Конечно, жесткие репрессивные меры были приняты фашистами. С помощью французских партизан регионального комитета советских пленных 37 девушек убежали из концлагеря ночью 7 на 8 мая 1944 года. Самой молодой девчонке еще 16 не было. Изнемогшие от лагеря и каторжных работ, они все-таки нашли в себе силы пройти около 70 километров за две ночи, чтобы присоединиться к партизанам в Аргонских лесах между городами Сен-Миэль и Бар-Ле-Дюк. Вот уже более 75 лет прошло с тех пор, как эта история не устает изумлять. Они не захотели спокойно ждать освобождения, сидя сложа руки. С помощью маки ФТПФ, Франтиреур и партизан Франсэ, и со всей убежденностью они настояли, чтобы сражаться, создав единственный женский отряд в французском сопротивлении «Родина». Две девушки, Надежда Лисовец и Розалия Фридзон, последовательные командиры отряда, получили звание лейтенанта ФФИ, Force Française de l'Intérieur, которое означает «французские внутренние силы». Все получили удостоверение участника французского сопротивления. Плечо к плечу с французскими и советскими отрядами, действующими в регионе, они участвовали в разных боевых действиях, как реквизиции скота и продуктов в фермах немецких колонистов, диверсии,
засады на немецкие конвои, схватили оружие. Притом они взяли в плен 5 немецких солдат, блестящие собирали точные и существенные разведочные данные, которые позволили советским и французским бойцам отрядов «Свобода» и «Либерасьон» штурмом освободить из тюрьмы города Бар-Ле-Дюк 47 французских и 2 советских заключенных, которые были приговорены на смертную казнь. Заключение. Хочу цитировать слова Гастона Ларошча, настоящее имя которого Борис Матлин, полковника ФТПФ МОИ, глава Центрального комитета советских пленных, члена Национального комитета бывшего общества Франция СССР. Вот что он говорил. Подвиги советских женщин из партизанского отряда «Родина» живы в памяти французских патриотов. Жители города Эрувин на востоке Франции великолепно помнят, как в лагерь военнопленных пригнали 700 советских женщин, истощенных, разутых и раздетых. Гитлеровцы пригнали их на каторжные работы и рудники, но ни каторга, ни унижения, ни тяжелые испытания не смогли подорвать их моральной чистоты и боевого духа. После 4 месяцев пребывания в лагере группе заключенных с помощью французских партизан удалось бежать. Они создали женский партизанский отряд «Родина». Идеалы и интересы советских партизан обязывали их быть примером для французского народа, без поддержки которого партизанская борьба советских пленных была бы невозможна. Они боролись за общее дело против общего врага. При этом русские рисковали гораздо больше, чем французы, поэтому их связь с французским движением сопротивления была крепче, чем любая другая связь между людьми. Мы не можем забыть эту совместную борьбу, не имеем права. В те годы по поручению руководства Национального фронта я был связан с партизанским движением «В женщинах советского отряда «Родина» мы видели представителей Великой Советской Армии, Великого Советского Народа». Гастон Ларош. Да, девушки отряда «Родина» заслуживают наше уважение и наше восхищение. Наша задача теперь – вытащить их из темной стороны истории. Франция, Россия, Беларусь обязана их помнить. Низкий поклон девушкам-героиням отряда «Родина». Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый господин Барки, за ваше прекрасное выступление и за большую исследовательскую и просветительскую работу в области истории антифашистского движения сопротивления в Европе, в том числе в части, касающейся от женского партизанского отряда «За Родину». Спасибо. Попрошу выступить президента ассоциации «Мемуар Рюс» Сергея Дыбова. Добрый день. Сергей Дыбов, я председатель ассоциации «Мемуар Рюс. Русская память во Франции». Я историк исследования, автор сборника «Российские, советские, воинские захоронения во Франции». Также 2 книг о Нормандии Неман и книги о русском летучем отряде на севере Франции в 2014 году. Мы восстановили несколько могил, установили несколько памятников и мемориальных досок. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Константина Могилевского за поддержку и за личное присутствие на столетии Василия Пойка и на церемонии в честь восстановления братской могилы советских солдат, которая имела сложный украино-фрунзенский статус, а ныне получила статус российского воинского захоронения.
Я благодарю организаторов за доверие и возможность поприсутствовать на таком важном мероприятии и возможность выступить. К сожалению, мало времени, поэтому попытаюсь быстро и кратко рассказать о том, что нас волнует. Французское сопротивление – это словосочетание, которое знакомо практически всем. Много кто любит поговорить на эту тему, много публикаций, поэтому часто это излагается либо легендарно, либо в пропагандистской форме. И в том и в другом случае это страдает наличием огромного количества домыслов, искажений реальной истории, не способствует авторитету России за границей, а наоборот дает повод врагам на конкретных примерах упрекать ее в переписывании истории. Поэтому мне бы хотелось напомнить о необходимости ответственно подходить к изложению фактов, избегать замалчивания, тем более искажения истории. Сейчас идет 80-летие событий 1940 года. 10 мая 1940 года вермахт начал наступление на Западную Европу. Уже через 9 дней Франция потеряла своих континентальных союзников Нидерланды и Люксембург, а еще через 9 дней Бельгию. 4 июня наиболее сильный союзник Великобритания бросила Францию на один с противником и поспешно эвакуировала свой экспедиционный корпус из Дюнкерка. Попытки обратиться за помощью к США остались без ответа. Напомню, что в это время Франция приостановила дипломатические отношения с СССР и только 14 июня попыталась их возобновить, тогда когда уже 16 июня правительство Франции возглавил маршал Петен, который тут же обратился к Гитлеру с просьбой о заключении перемирия, которое было заключено 22 июня 1940 года в городе Кампьене. Капитуляция была встречена плохо, прежде всего, самой Франции. Уже 18 июня 1940 года в Лондоне никому на тот момент неизвестно, Шарль де Голль, который только 1 июня был временно произведен в генералы, обратился со знаменитым призывом к сопротивлению. И этот день считается началом французского сопротивления. Ровно через год после подписания Кампьенского перемирия, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Для нашей страны это было большое и трагическое событие. Начало войны было неудачным, и путь к войне был нелегок и непрост. Но для оккупированных народов Европы подул ветер надежды на освобождение. Все надеялись, что СССР выстоит и победит фашизм. Движение сопротивления сактивизировалось и сорганизовалось в этот момент наиболее тесно. Участие наших сограждан в французском сопротивлении можно разделить на два основных типа. Это иммигранты, которые остались во Франции после гражданской войны, и советские военнопленные, которые, в свою очередь, тоже делятся на несколько категорий. Собственно, военнопленные, бежавшие из плена, гражданские лица, угнанные на работу в Рейх, частью которого была оккупирована Франция, и перебежчики из вермахта. К сожалению, не вся, но значительная часть советских участников партизанской борьбы во Франции – это перешедшие к партизанцам постлегионеры и разного рода власовцы. На территории Франции находилось около 110 тысяч подобных людей, служивших в самых разных подразделениях вермахта – татарский легион, пакистанский, Северокавказский и так далее. Это число в 20 раз превосходит численность французской дивизии СС «Шарлемань». Об этом не стоит забывать, потому что нередки случаи, когда либо сознательно, либо по незнанию передергивают, и когда говорят о французских, о советских партизанах во Францию, подменяют одни понятиям другим и говорят либо о том, что советские партизаны участвовали в акциях против мирного населения, либо о том, что все советские партизаны поголовно были отправлены в ГУЛАГ после войны. То есть надо отделять одних от других, это разные категории людей. Русские иммигранты одними из первых включили сопротивление, и широко известная история группы «Музей человека» под руководством Бориса Вильи и Анатолия Левицкого при участии Владимира Фельдмана и Дебора Лившица, которая стала самой первой группой участия в сопротивлении. Известны подвиги Марии Скопцовой, Веры Оболенской, которая участвовала в создании одной из основных групп сопротивления в УСМ, вторая по значимости после наиболее массового движения ФТПФ, которым руководила Компартия. Большая часть наших иммигрантов действовала именно в рамках движения УСМ. Нужно вспомнить таких, о ком мало говорят, таких как Роберт Александрович Коскарев, который руководил всеми подпольными структурами в трех провинциях – Нормандии, Британии, Анжу, и непосредственно руководил действиями партизан во время высадки союзников. Альбер Николаевич Коган, который вместе с Жаном Мулином был одним из руководителей Объединенного движения сопротивления. Борис Семенович Матлин, широко известный как полковник Ля-Рош, который в 1944 году координировал все отдельные группы русских и советских участников сопротивления. После массового перехода в сопротивление у легионеров он занимался формированием из них советских партизанных полков, к
который предполагалось ввести в отдельную советскую партизанскую дивизию во Франции. Можно также вспомнить Анну Юрьевну Бетулинскую «Марлинь», автора гимна французских партизан, и Аллу Николаевну Басину Дюминиль, которая создала в рядах французской армии женскую авиационную истребительную группу по образу советских женских полков. Перед карантином я успел проработать несколько личных дел наших иммигрантов. К сожалению, нехватка времени и средств не позволяет провести широкое изучение, но я просто хотел бы для примера провести несколько фамилий, которые я выписал из оригинальных псевдонимов, которые они использовали в подполье. Например, Владимир Долговоз-Сабуров, подпольная кличка «Русский», Иван Деганзалов по прозвищу «Дядя Ваня», Алиса Шанзонко по прозвищу «Мамзель Бажова», Степан Лохман по прозвищу «Дубоголовый», Петр Мордвинов по прозвищу «Орел», Иван Старосельский, «Старый Сень». Совершенно фантастическая фигура Георгий Тимофеевич Рыбальченко, бывший полковник Донского казачьего войска, участник гражданской войны, который служил в частях генерала Маймаевского. Существуют кинокадры, на которых он запечатлен вместе с человеком, послужившим прототипом адъютанта его превосходительства. Его личное дело читается как роман. Трудно поверить, что это документ, а не киносценарий. Он руководил всеми русскими и советскими партизанскими структурами в районе города Тулуза. Советские пленные во Франции стали появляться уже в конце 1941 года, прежде всего на шахтах металлургических заводов, где не хватало рабочих рук, и на строительстве укрепления Атлантического вала. Вслед за пленными стали прибывать гражданское население, в основном угнанное для работы в сельском хозяйстве. Среди пленных начали создаваться подпольные комитеты. В 1942 году на шахтах департамента Падекале был создан подпольный комитет группы советских патриотов, которому с помощью местного населения удалось вступить в контакт с руководством структур сопротивления, что привело к консолидации и координации деятельности подполья. В 1943 году был создан Центральный комитет советских военнопленных, в который входило около 10 человек из числа пленных подпольщиков и бывших бойцов Метробригад. В 1944 году Центральный комитет советских пленных координировал деятельность 35 партизанских отрядов, созданных из пленных советских партизанских отрядов, и совершивших побеги, общее число которых оценивается 1500 человек, в том числе женский партизанский отряд, о котором говорил мой товарищ на браке. И наиболее крупный в Красной зоне батальон под командованием Василия Пойко, получившего посмертно звание Героя Советского Союза. В отчете Центрального комитета о действиях только на севере и востоке центральных департаментов Франции говорится, что было уничтожено 3500 солдат противника, взято в плен 604, пущено под откос 65 поездов, повреждено 76 паровозов, взорвано 3 моста и так далее. Особо хочу подчеркнуть, что никакая партизанская деятельность не была бы существовать в принципе без поддержки местного населения. Можно сбежать из плена и ходить по лесам неделю, а то и две, но нельзя сформировать боевой отряд и вести полноценную борьбу. В отчете Центрального комитета советских военнопленных говорится, борьба советских патриотов не имела бы успеха, если бы нас, советских людей, не поддерживало местное население. Мы чувствовали все время братскую помощь французского народа. Этого мы никогда не забудем и будем вечно благодарны французским товарищам по войне. Многие местные жители пострадали за укрывательство бежавших советских пленных. После войны ряд французов были за это награждены советскими орденами и медалями, в том числе посмертно. Сейчас во Франции опубликованы списки французов, погибших в депортации. И в концлагерях мы попытаемся отметить тех, кто погиб за помощь нашим партизанам. Вот об этих людях надо вспоминать, их прославлять, и о них писать, а не про 200 подонков из дивизии «Шарлемань», которые запрещали Гитлера в мае 45-го года. К сожалению, я закончу, потому что время вышло, и не успею сказать о проблеме с воинскими захоронениями советских и русских участников сопротивления на территории Франции. Но надеюсь сказать об этом в следующий раз. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Владимирович, за ваше выступление и, конечно, за большую исследовательскую работу, которую вы ведете. Спасибо. Вам спасибо за внимание. С удовольствием передаю микрофон вице-президенту Ассоциации «Дом сопротивления» Италия господину Пьеру Бельди. Всем добрый день, здравствуйте. Я вас благодарю от всего сердца за возможность выступить сегодня. Благодарю организаторов мероприятия. Это важная страница в истории. Я к вам обращаюсь из Италии. Из местечка фонда Точи на озере Маджоре, которое находится на северо-западе Италии, разделяет регион Пьемонт и Ломбардию. Мы недалеко от Милана.
примерно в 100 километрах. А с другой стороны, у нас перевал Симпьон, Локарно, Швейцария. Это священное место, где 20 июня 1944 года были расстреляны 43 партизана. А здесь находится дом сопротивления, крупнейший в Европе, который посещают тысячи учащихся студентов. Это центр научно-исследовательской работы и документирования партизанской борьбы. А мы находимся на территории, где 76 лет тому назад, с 16 сентября по 17 октября 1944 года, формировалась партизанская республика Осло. Среди примеров и самых смелых выступлений представителей партизанского движения Европа считаются так называемые свободные зоны, свободные от оккупации. Освобождение Осло состоялось за 40 дней. При этом это придало сильный импульс национальному освобождению. И здесь также хочется отметить важный вклад Умберто Террачини, Джанфранко Контини, Кончетто Маркези. Они заложили основы глубоких коренных изменений в обществе в плане социальном, экономическом, научном, академическом. И это особенно актуально сегодня. В области Навары, в регионе Осло и Вальсезии присутствовали не менее 300 представителей Советского Союза. Большинство из них примкнули к партизанским отрядам в начале 1944 года. И гораздо задолго до пришествия грузинских подразделений к ним присоединились первые отряды, среди которых Александр Степанович Ткачев. Он входил в различные партизанские отряды и принял участие во множестве различных боевых действий и тем самым заслужил уважение руководства и партизан, которые знали его. Капитан Бруно Альбино Калетти, командир 1-й гарибальдийской дивизии в Вальсезии, вспоминая операции, в которых принимал участие и Ткачев, подчеркивает, что Ткачев никогда не отступал, и они часто находились в опасности. Я хотел бы отметить, что 10 сентября 1944 года гарибальдийские подразделения и подразделения Бельтрами атаковали городок Аменья, который находится на озере Орта, и обратили в бегство представителей фашистских войск, которые отступали в сторону Гравелоны. А их преследовал батальон грузинских подразделений, который был во главе контратаки. И в рамках таких боевых действий советские партизаны проявили всю свою доблесть, смелость и боевой дух, а также великолепную боевую подготовку, которую они смогли получить в ходе службы в Красной Армии. Фриц и Кира, грузинский капитан, смогли сломить противостояние противника в силу определенных обстоятельств, и поскольку не были услышаны предложения грузинских подразделений, битва при Гравелоне, которая могла бы иметь совершенно другой исход, завершилась достаточно сложной операцией, в рамках которой необходимо было оторваться от преследования войск противника. Потеряли жизни 32 партизана, среди них многие были грузинами. А в Бельджерате, также на озере Маджоре, старшина Форе Мосулишвили, который был награжден золотой медалью за боевые заслуги в рамках
боевых действий, попал в окружение вместе со своим отрядом. А после того, как закончились патроны, фашистские войска предложили окруженным сдаться, и при условии, что командир должен был сдаться живым. Фор внезапно и героически подменил собой своего командира и представился его именем, поднес к виску в последний момент пистолет и выстрелил себе в голову. Это произошло 3 декабря 1944 года. На кладбище в Аруне есть соответствующий памятник, посвященный партизанам. И он посвящен не только Форе Масушвили, а также Степану Бондаренко из Ростова, партизан, который входил в состав бригады Сервадей и пал смертью храбрых в воле Джокастелло 13 марта 1945 года. Мы никогда не забудем великие подвиги Виктора Селипучина, который пал геройской смертью в Гифе, и многих другие имена мы также не забудем. Сегодня мы хотели бы отметить вклад советских партизан в движение освобождения нашей страны и титаническую борьбу героического советского народа в Великой Отечественной войне, которая помогла перевернуть ход Второй мировой войны и одержать победу над нацизмом и фашизмом. Я благодарю вас за возможность выступить с этой речью. И я вас хотел бы поздравить с 75-й годовщиной Великой Победы. К сожалению, в условиях коронавируса традиционные празднования не могли состояться в полном объеме, но я уверен, что эти празднования состоятся. Спасибо и хорошей, успешной работы. Спасибо, уважаемый господин Бельди, за ваше выступление. Я так же, как и вы, уверен, что празднования, посвященные 75-летию Великой Победы, состоятся. Парад на Красной площади назначен на 24 июня, и это будет действительно большой праздник. И я очень рассчитываю на то, что вся Европа, все народы Европы будут помнить о подвиге тех, кто победил нацизм, в том числе о партизанах, принимавших участие в антифашистском движении сопротивления. Спасибо. Хотел бы предоставить слово чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Королевстве Бельгия Александру Ковинину. Пожалуйста. Спасибо. Сергей Евгеньевич, добрый день, уважаемые коллеги. Я бы хотел отметить, что в Бельгии преобладает взвешенное отношение к истории Второй мировой войны. В сентябре прошлого года, когда здесь отмечалась 75-я годовщина освобождения страны от нацизма, много говорилось о решающей роли Советского Союза в достижении победы, о том, что без сражений на Восточном фронте не было бы и освобождения бельгийских городов. В этой связи вспоминали здесь и о роли движения сопротивления, которое представляет собой очень интересную страницу истории прошедшей войны. В Бельгии действовало порядка 15 движений сопротивления, в организации которых наиболее заметную роль играла Коммунистическая партия Бельгии и сформированный ей фронт независимости. Активность действий партизан шла по нарастающей, по мере приближения момента освобождения страны. Например, если с сентября 43 по май 44 года осуществлялось порядка 100-200 вооруженных акций и актов саботажа в месяц, то с июня по август 44 года уже от 400 до 600 таких акций. Важную роль в этой деятельности играли советские военнослужащие,
которые бежали из нацистских лагерей в Бельгии, куда их привозили для принудительной работы на шахтах. Бойцы Красной Армии, число которых превышало 500 человек, как правило, принимали участие в боевых действиях на самых опасных участках. Здесь действовала бригада «За Родину», которая была сформирована полностью из советских военнослужащих. Вызывает у нас удовлетворение, что сегодня бережно относятся к памяти о наших соотечественниках, которые участвовали в освобождении этой страны. Ухаживают за их могилами, собирают о них дополнительную новую информацию. В церемониях, посвященных их памяти, участвуют представители бельгийских властей. Интерес к развитию контактов с российскими коллегами по военной тематике проявляет Государственный институт военного наследия. Были достигнуты договоренности о рабочих контактах с представителями Российского исторического общества, которые, к сожалению, пришлось отложить из-за ограничений, связанных с коронавирусом, но мы надеемся, что этот диалог будет продолжен. Активно действуют в этой области здесь бельгийские общественные организации. Например, в октябре прошлого года по инициативе бельгийской организации «Бельгийцы помнят о них» на кладбище коммуне Рейбек недалеко от Брюсселя был установлен памятный знак у могилы Владимира Тауды, погибшего в боевых действиях против нацистов. И этому знаку был присвоен статус национального монумента Бельгии. Немало ярких историй здесь связано с участием в сопротивлении представителей так называемой белой иммиграции из России. Широко известен, например, подвиг Марины Шафровой-Марутаевой, которая убила заместителя военного коменданта Брюсселя и отдала за это свою жизнь. И как представляется, дальнейшее необходимо продолжать изучение этих очень интересных и уникальных страниц истории войны. И, как представляется, заслуживает поддержки также инициатива православных общин Бельгии, которые приступили к возведению в Льеже храма-памятника, посвященного всем российским воинам, отдавшим свои жизни в ходе военных конфликтов в Западной Европе. Благодарю за внимание. Благодарю вас, уважаемый Александр Аврельевич, за участие в нашем круглом столе и за тоже ту работу, которую и вы, и коллеги проводите, вот, в том, что касается изучения истории партизанского движения на территории Бельгии. Сейчас я хотел бы предоставить слово автору книги «Советские партизаны в Италии» господину Массимо Экли. Всем добрый день. Я благодарю Евгения Евгеньевича и вас приветствую. Отдельно благодарю за эту возможность выступить перед вами сегодня. Я хочу обратиться также к друзьям из Италии, которые сейчас слушают меня, мое выступление. Им тоже большое спасибо. Что я хотел бы сказать сегодня? Советские партизаны в Италии, их роль в движении итальянского сопротивления. Что это такое для меня? Для меня это очень важное явление. Данная тема меня очень глубоко затронула с самых ранних лет. Уже в молодости я стал интересоваться этой темой, когда я посещал кладбище в моем маленьком городке, и я там видел могилу советского партизана. И всякий раз, когда я проходил мимо этой могилы, останавливался, я задавался вопросом, почему этот партизан, его останки, находятся здесь? Как сложилась его судьба? И мне посчастливилось обратиться в архивы за соответствующими материалами, собрать сведения и
пролить свет на все те вопросы, которые меня заинтересовали. Таким образом, я отметил массовое передвижение с востока на запад, многочисленные граждане Советского Союза, их пригнали на территорию Италии и приговорили к это был каторжный труд. Либо же они вошли в состав вермахта. И многие из них смогли сбежать из лагерей, либо из подразделений вермахта, и могли вновь присоединиться к партизанам. Таким образом, это помогло им очистить свое доброе имя в отношении Советского Союза. И в тех даже те из них, которые хотели бы вернуться на родину, не могли это сделать. Многие из них остались в Италии, и у многих из них не было возможности сделать выбор, потому что война просто не позволяла им делать такой выбор. А согласно статистике, число советских граждан, которые стали участниками партизанского движения во Второй мировой войне, составляет примерно 5000. И наши патриоты всегда помнят то, что сделали эти люди для достижения нашей свободы и для достижения свободы своей страны. И в знак признания на их могилах всегда лежат свежие цветы, которые приносят неравнодушные жители и всегда вспоминают их имена. Я хотел бы отметить, что итальянцы всегда стремятся к изучению истории, насколько это возможно, и изучению истории тех людей, которые неизвестны. Я из Вероны, в регионе Вероны. Это она входила в состав Итальянской социалистической республики. Потому что республика Сало — это республика, созданная Гитлером. Таким образом, вот для Муссолини была она сформирована. И не велось документирование имен этих участников, этих формирований. То есть любой партизан, который входил в состав этих бригад, не входил в состав списков партизан. Для меня, как для исследователя, это очень большая проблема. В чем она заключается? Многие советские граждане входили в состав партизанских отрядов региона Вероны, моего региона. Однако, поскольку в документах эти имена не значатся, это очень большая проблема. И многие из них захоронены на территории области Вероны. Многие из них не вернулись на родину, не вернулись в Россию, и про них никто не знает. И наша задача в том, чтобы обеспечить реабилитацию этих людей на основании документов, которые мы сможем разыскать и поднять, возможно, из архивов, и за это я бы был бы весьма признателен. Итак, как выглядел мой город во время войны? Я хочу вам показать эти иллюстрации, если у меня получится технически. Хочу показать вам изображение моего города, города Вероны. Вот тюрьмы, через которые проходили все советские граждане. Я также хочу вам показать еще одну иллюстрацию. Мы находимся на кладбище моего городка, и здесь есть могила советского партизана. И мы вспоминаем этого партизана как минимум 3 раза в год, чтим его память. И напоминаю, что на могиле советского партизана всегда свежие цветы. И мы всегда чтим эту память.
И для меня очень важно разыскать самую подробную информацию о родственниках, о близких этого советского партизана и сообщить им о том, что останки этого советского партизана сохранились на территории Италии, лежат в итальянской земле, в регионе Вероны. Для меня это было бы очень важно сообщить родственникам этого советского партизана эту информацию. Большое спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый Массимо Экли, за ваше выступление и за то, что вы так храните память о участниках партизанских отрядов на территории Италии, и в том числе о память о советских гражданах, которые боролись за освобождение Европы от нацизма. Уважаемые друзья, наша встреча продолжается. К сожалению, по некоторым служебным причинам я должен уйти и попрошу вести заседание круглого стола моего коллегу, директора Института российской истории Российской академии наук Юрия Петрова. А перед уходом хотел бы поблагодарить еще раз вас всех за участие в заседании круглого стола и пожелать вам успешной работы. А Юрий Александрович Петров продолжает. Микрофон. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, продолжаем наш круглый стол, мне кажется, он проходит очень интересно. Я с удовольствием выслушал и узнал для себя много нового о движении сопротивления и участии в нем советских граждан. Я сейчас бы хотел предоставить слово Эле Георгиевне Бондаревой, президенту Ассоциации «Меридиан» Бельгия. Прошу вас, Эле Георгиевна. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола. Позвольте мне выразить глубокую благодарность за мое участие в нем и за то, что я могу высказать то, что, чем мы занимаемся, и то, чем бы мы хотели далее впредь заниматься вот здесь, в Бельгии, проживая здесь, в Бельгии, как представители соотечественников, выходцев из бывшего Советского Союза. Как уже ранее говорил наш посол России в Бельгии Александр Токовинин, что советское сопротивление в Бельгии, советские солдаты в Бельгии оказали огромное влияние и сыграли свою большую роль в победе над фашистов. Наша организация занимается постоянно программой сохранения памяти. Это одна из особых мест нашей деятельности. Нами собраны и систематизировано большое количество архивных документов и фотографий этого периода. Мы изучили несколько движений сопротивления, которые были организованы здесь, в Бельгии, в нашем регионе. На территории Бельгии, на территории Валлонской части Бельгии действовало два партизанских отряда. Это отряд в провинции Арденнах и отряд в Лимбурге. А также на территории Брюсселя действовал батальон российских партизан, в который ходило тоже более 100 человек. И он назывался «Русский партизанский батальон». В общей сложности на принудительные работы в Бельгию было вывезено более 20 тысяч советских граждан. И самая крупная партия, 6 тысяч человек, попала на шахты в районе Лимбурга, где скоро возникли подпольные партизанские организации. И при помощи бельгийских патриотов были совершены многочисленные побеги советских заключенных, которых прятали в лесах или селили в домах патриотов. Постепенно к началу 43-го года уже сформировались небольшие отряды, состоявшие из десяток военнопленных, и затем они объединились в бригаду «За Родину».
Мне хочется особенно сказать про эту бригаду, потому что есть такая замечательная книга, которая называется «В чужой стране», автор ее Вольф, в которой подробно описывается то, как сражались советские партизаны на территории Бельгии. А также есть замечательная книга «Залата», «Далеко в Арденнах», где также документально описываются факты, все факты движения, все факты, которые происходили на территории Арденн. Наша организация уже не первый год занимается различными проектами, направленными на сохранение исторической памяти. И мне бы хотелось отметить некоторые из них. В рамках проекта «Историческая память» ведется работа по созданию музея сопротивления с постоянно действующей экспозицией. В этой работе мы сотрудничаем с музеем Сталинградской битвы, с центром «Бенилюкс» при Государственном гуманитарном университете, с поисковиками из Самарской области, а также студентами Волгоградского университета. В настоящее время мы готовим презентацию нашего будущего музея, над которыми работают студенты-волонтеры Центра «Бенилюкс» Государственного университета. В наших дальнейших планах это создание виртуального музея сопротивления Бельгии. Мы надеемся, что от виртуальной экспозиции мы сможем перейти и сохранить библиотеку и коллекцию архивных материалов. Часть материалов, касающихся движения сопротивления в Бельгии, нам обещает предоставить музей «Сталинградская битва» в рамках нашего сотрудничества и подписанного договора. Идет работа над созданием сайта «Советские солдаты в Бельгии», над которым также работают волонтеры, студенты Центра изучения стран Бенилюкс и добровольцы со стороны Бельгии. При поддержке нашей ассоциации будет выпущена книга на французском языке «Советские солдаты в Бельгии», где будут упомянуты все известные в Бельгии данные по советским захоронениям и исторические справки по тем, о ком мы имеем сведения. Наша ассоциация приняла посильное участие в съемках документальных фильмов и телевизионных сюжетов. В настоящее время в нашем архиве имеется 12 сюжетов о советских солдатах, участниках бельгийского сопротивления. Особое внимание уделяется восстановлению имен неизвестных солдат, которые похоронены на территории Бельгии. Так, в 2014 году на захоронении «Цитадель» было установлено 7 имен советских солдат, которые ранее числились неизвестными. А в 2016 году при поддержке посольства России в Бельгии и Комитета молодежной политики Ленинградской области Ассоциация «Меридиан» восстановила 200 памятных табличек российских солдат, участников Первой и Второй мировой войны, на мемориальном захоронении Робермо. В 2018 году, к столетию создания Красной Армии, Ассоциация «Меридиан» при поддержке правительства региона Валлония и посольства России в Бельгии восстановили памятник российскому и советскому солдату, находящимся на интернациональном мемориале Куант в городе Льеже. Буквально на днях, 9 июня, на мемориале Куант были высажены голубые ели, аллея из голубых елей в честь советских партизан, героев сопротивления. Каждая ель – это отдельное имя партизана-героя. Работа в этом направлении продолжается, и в этом году исполняется 62 года побратимства между городом Льежем и Волгоградом. В этом году мы планировали провести выставку «Дорогами войны» в музее города Льеж Кортиус, где находится часть экспозиции музея «Волгоград-Сталинградская битва», и мы бы хотели ее дополнить новыми материалами, уже имеющимися у нас. Также годовщине освобождения Бельгии от фашистов, к 75-й годовщине Победы, мы приурочили открытие мемориальной плиты в честь Анатолия Степанова. Это летчика
героя, участника сопротивления. Плиту предусмотрено установить в городе Камплиапо на месте его казни. В настоящее время идет также работа по установке камня памяти на мемориальном захоронении Робермо. Нами предоставлен проект установки закладного камня, и вопрос его установки находится на согласовании. Мы очень надеемся, что этот вопрос решится положительно в ближайшее время. Мы тесно сотрудничаем с Российским центром науки и культуры и центром Бенилюкс по запуску нашего нового совместного проекта «Кросс-культур-диалог», в рамках которого планируем развивать связи между молодежью наших стран и знакомить бельгийскую молодежь с историей и культурой России и сохранять нашу общую историческую память о Второй мировой войне. Эти и другие проекты мы планируем завершить в этом году и, конечно же, продолжать в будущем. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Элла Георгиевна, за ваше выступление и очень впечатляющую деятельность по сохранению исторической памяти. Спасибо. В нашем круглом столе принимает участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в Российской Федерации господин Раде Дробац. Пожалуйста, вам слово. Thank you. Do you hear me? Вы меня сейчас слышите? Да. Дамы и господа, дорогие коллеги, прежде всего я хотел бы несколько слов сказать о той организации, которую я представляю на этом круглом столе. Вы меня представили как посла, но я вышел в отставку как посол. Я сейчас президент Белградского форума «За мир и равенство». Нам уже 20 лет. Мы боремся за мир, равенство и уважение международного права в интересах Сербии, сербского народа. И мы сотрудничаем в этой области со многими народами и организациями. Те, которые борются за мир и прогресс. Несколько слов о сегодняшней теме. Хотел бы поблагодарить организаторов круглого стола за приглашение представителей Белградского форума. Мы высоко оцениваем тот факт, что такая встреча была организована в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Самое время настало поговорить о борьбе с фашизмом, потому что в течение уже некоторого времени мы наблюдаем активные попытки во всем мире, в особенности в западных странах, изменить исторические факты и переписать историю, и очистить прошлых агрессоров, которые были побеждены в войне и которые совершали преступления против человечества. Одно время, и одновременно эти усилия направлены, чтобы уменьшить и не пренебречь роли и победы тех сил, которым удалось сначала защитить себя, а затем выиграть войну. Сейчас, через 75 лет после окончания войны, мы должны повторять те факты, которые считались общеизвестными историческими доказанными, не только чтобы подтвердить их неоспоримое значение, для того, чтобы предотвратить рождение какого-то нового фашизма, защитить целостность и достоинство государств, которые внесли самый большой вклад в борьбу, заплатив высокую цену человеческими жизнями и разрушениями в их странах. Многие приняли участие в борьбе против фашизма, но Советский Союз бесспорно внес самый значимый вклад в эту победу ценой огромного количества своих жителей. Я с гордостью могу сказать, что Югославия была одним из самых выдающихся среди европейских государств в региональном сопротивлении фашизму, и она значительным образом способствовала победе союзников, в первую очередь Советского Союза.
Я хочу отметить, что югославское движение сопротивления, появившееся с титовскими партизанами, партизаны Тита в июле 1941 года, было настолько сильным на протяжении всей войны, что гитлеровская Германия была вынуждена держать более 10 батальонов в Югославии. Партизаны Тито были в основном сербы. Именно они были самой громадной силой движения сопротивления в Югославии. Почему? Потому что обстановка в Югославии была несколько сложнее, чем в других европейских государствах. Она была оккупирована не только Германией, но некоторые части территории были захвачены Италией, Венгрией и Болгарией. В то же время на ее территории было создано послушное государство, независимое государство Хорватия, которое не только было верным союзником нацистской Германии, но, что еще хуже, совершило ужасный геноцид в первую очередь против сербов, а также против евреев и цыган. Только в концентрационном лагере Ясовенац было убито более 700 тысяч сербов, около 33 тысяч евреев и 80 тысяч цыган. Все они были мирные жители, среди них было много женщин и, что хуже всего, детей. Часть мусульманского населения Югославии присоединилась к фашистским вооруженным силам, усташам и боролась против сербов, возглавлявших антифашистскую борьбу. Югославские сербы были подвергнуты нападениям с нескольких сторон и понесли, нужно сказать, тяжелые потери. В течение Второй мировой войны было убито всего около 1 700 000 югославов, из которых 1 200 000 были сербы. Боевые действия в Югославии были очень ожесточенными, как против оккупантов, так и между различными враждующими сторонами внутри страны. Подобно тому, как Советский Союз может гордиться мужеством своих солдат и мирных жителей под Сталинградом, Ленинградом и под Курском, также запомнится и сражение югославских партизан на Сутьеске, Неретве и в других местах. Вторая мировая война сблизила освободительные армии всего передового мира, вселяя надежду, что такой хаос больше не повторится. В сегодняшнее время мы не имеем права забывать тот факт, не имеем права пренебрегать обязательством защищать правду о тех временах, событиях, фактах и участниках, также прекращать борьбу против исторического ревизионизма. Я уверен в том, что сегодняшний круглый стол будет этому способствовать. Спасибо. Спасибо большое, господин посол. Я тоже присоединяюсь к выраженной вами надежде на то, что наш стол будет способствовать сохранению истинной исторической правды. И в этой связи у нас список участников достаточно исчерпан. И у нас есть раздел «Обмен мнениями». Я хотел бы предоставить несколько слов, предоставить слово для выступления Константину Могилевскому, исполнительному директору Фонда истории Отечества. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Юрий Александрович, уважаемые коллеги. Добрый день. Я хотел бы присоединиться, конечно, в первую очередь к вам благодарности в адрес участников круглого стола, не только в связи с тем, что вы, уважаемые коллеги, сегодня сказали, но и в связи с тем, что вы делаете, потому что, мне кажется, очень важным был такой обмен мнениями, который состоялся сегодня, обмен, можно сказать, опытом, потому что действительно в разных европейских государствах люди доброй воли, люди, которые помнят о антинацистском сопротивлении, об участии наших соотечественников в этом сопротивлении, делают очень много для того, чтобы сохранить их память. Каждый из выступавших сегодня на нашем круглом столе, действительно, мы знаем об этом, мы очень ценим это, внес большой вклад в эту работу. И у меня есть одно конкретное предложение. Говорили сегодня о том, что многим в свое время не отдали достаточно долг памяти, о некоторых просто забыли, а были люди, которые совершили реальные подвиги. И вот, например, в Бельгии сейчас начата работа по посмертному награждению героев, которые участвовали в
антинацистском сопротивлении. И вот я хотел бы попросить, уважаемые коллеги из Франции, Италии, уважаемые господа Барки, Дыбов, уважаемый господин Экли, господин Бельди, вот, может быть, подумать о том, если нам известны имена людей, которые совершали подвиги в составе сопротивления, но не были в свое время награждены, в наших силах выйти с такой инициативой, попробовать исправить эту ситуацию. Я предлагаю подумать об этом и еще раз благодарю всех участников круглого стола. Спасибо, Александр Ильич. Интересное предложение. Мне кажется, стоит его обсудить. Я хотел бы сказать тоже несколько слов. Вы знаете, мне показалось, что сегодня мы провели очень интересную встречу. Она очень информативна, я бы сказал, эмоционально. Сегодня говорилось о людях, память о которых мы стремимся сохранить. Это, мне кажется, важная встреча в том смысле, что движение советских участников сопротивления в Европе – это часть российской истории. И одновременно это часть европейской истории. И эта тема, она объединяет наши народы и позволяет лучше понять, как в те времена, времена жестокого противоборства, создавалось вот такое единое антинацистское пространство, единство борцов против этого режима, в который входили самые разные политические и национальные группы. Я думаю, что советские люди заслуживают благодарной памяти многих стран Европы. И очень приятно, что эту память сохраняют и во Франции, и в Италии, и в Бельгии, и в других странах, в Сербии, конечно. И я бы хотел подытожить, может быть, наш сегодняшний разговор тем, что выставка, разработанная Музеем современной истории в Москве, она как раз очень хорошо ложится в тему нашего сегодняшнего диалога и одновременно может позволить его информационно гораздо расширить. Я надеюсь, обращаюсь к Ирине Яковлевне Великановой, что материалы нашего круглого стола, они тоже могут быть использованы в этой выставке и позволят посетителям узнать еще нечто большее, чем просто будет среди материалов этой выставки. И я бы очень хотел надеяться, и от вашего общего имени выразить такую надежду, чтобы осенью этого года, когда минует вся эта вирусная опасность, эта выставка состоялась, и, безусловно, она должна быть и в Москве, и в Западной Европе. Очень важно, чтобы в год 75-летия Великой Победы мы вспоминали о всех тех людях, кто эту победу ковал. Ковали и на фронте, ковали и в условиях рабства фашистского, работая на этих шахтах и устраивая побеги, и организуя партизанские отряды. Это все люди работали на нашу общую цель, на Великую Победу. И наша благодарная память вот, в виде таких мероприятий и таких выставок, она, мне кажется, должна будет способствовать и общему, я бы сказал, оздоровлению общественного климата в отношениях между нашими странами, где сейчас, я вынужден согласиться, в некоторых странах превалирует настроение такой демонизации России и показы ее истории только с отрицательной точки зрения. Считаю, что это абсолютно антиисторично, и мы должны больше работать на тему нашей консолидации, нашего общего прошлого в борьбе с нацизмом. Тогда придет лучшее понимание и для современности. Я благодарю всех участников сегодняшнего круглого стола
И от имени Сергея Евгеньевича Нарышкина, еще раз, который вынужден был уйти, хочу поблагодарить сердечно вас всех и напомнить, что 24 июня в Москве состоится парад Победы. Желаю вам насладиться этим зрелищем. Благодарю вас. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Спасибо большое.